Приветствую вас, друзья! Вы на канале Трубадур Микс. Для тех, кому интересна эта тема, сегодня мы с вами разберем канал Александр Пилот и узнаем приблизительный доход с монетизацией на YouTube. Приятного просмотра! Вкратце, канал рассказывает о себе. Всем привет, меня зовут Александр. Мы с моей женой Дашей обожаем путешествия и приключения. Отправляемся в путь по всему миру с рюкзаками и на автомобиле. Обожаем походы в горы и необычные страны. Доехали на Дастере из России до Ирана, были на вершине Эльбруса, проехали Пакистан с рюкзаками и полицейскими, жили в Индии и еще много чего интересного. Канал создан, чтобы вдохновлять вас на незабываемые путешествия и делиться информацией о том, как можно делать это бюджетно. Видео на канале выходят каждую неделю. Если вам интересен данный канал, ссылку на него вы найдете в описании. На канале 234 тысячи подписчиков. Последний ролик был загружен один день назад. Самый первый ролик на канале появился 4 года назад, он называется «Самый лучший клип про Абхазию». Данный ролик набрал 135 тысяч просмотров. Самый популярный ролик на канале появился 3 года назад, он называется «Индия», «Шок», «Меня тошнит», «Попали в ад», он набрал 3 200 000 просмотров. На втором месте ролик, который появился 1 год назад, называется «Пакистан», «Вся правда», такого никто не ожидал, он набрал 2 700 000 просмотров. И на третьем месте ролик, который появился тоже 1 год назад, «Киргизия», «Узбекская свадьба», «Мы в шоке», этот ролик набрал 2 300 000 просмотров. А теперь давайте посмотрим статистику и узнаем приблизительный расчетный доход канала, для этого воспользуемся сайтом Social Blade. По данной статистике мы видим, что суммарное количество видео на канале – 257. Количество подписчиков – 234 тысячи. Суммарное количество просмотров – 53 324 тысячи. Страна канала – Россия. Дата регистрации канала – 16 апреля 2009 года. Категория канала – Б. За последние 30 дней на канал подписались 8 тысяч человек, что на 20% меньше предыдущего периода. Контент посмотрели 2 300 000 раз, что на 21,3% меньше предыдущего периода. Немного просел канал в этом месяце. Приблизительный расчетный ежемесячный доход составил от 575 до 9200 долларов, в зависимости от того, в какой стране этот контент просматривали. Чтобы рассчитать приблизительный расчетный доход для России, воспользуемся калькулятором сервиса Wattstat. Для этого просто скопируем количество просмотров за последние 30 дней. Итак, видим, расчетный доход за последние 30 дней составляет от 758 до 947 долларов. Возьмем максимальный доход и подсчитаем, сколько это будет в рублях по сегодняшнему курсу доллара. Приблизительная сумма дохода составляет 69 811 рублей. Воспользуемся сервисом Wattstat и проверим, сколько канал заработал за все время. Расчетный доход за все время составляет от 17 тысяч до 22 тысяч долларов. Вернемся на Social Blade, посмотрим статистику по количеству подписчиков и просмотров в последние месяцы. Хочется обратить внимание, что ежедневно на канал в среднем подписалось 267 человек. За неделю 1800 человек, и за последние 30 дней, как мы уже знаем, подписалось 8 тысяч человек. По графикам ниже мы можем наблюдать статистику по подписчикам и просмотрам, сразу видно, что канал сильно просел в сентябре, но так как канал о путешествиях, я предполагаю, что это связано с тем, что были закрыты границы, и ребята выкладывали мало контента на канал. Обратите внимание, что графики по просмотрам и подписчикам практически идентичные. Также можно отметить пики в январе 2019 года и в феврале 2020 года. Но сейчас тенденция идет вверх, канал постепенно набирает обороты. Исходя из данных по просмотрам, можно составить таблицу с приблизительным расчетом дохода канала за последний год. Видим, что максимальный заработок был в апреле 2020 года, он составил около 111 тысяч рублей, а минимальный в сентябре – около 23 тысяч рублей. За последний год ролики на канале посмотрели почти 24 миллиона раз, а суммарный приблизительный доход составил около 769 тысяч рублей. Давайте заглянем, ради интереса, в прогнозы для этого канала. И по мнению Social Blade, при условии, что канал будет развиваться такими же темпами, через год на канале будет около 369 тысяч подписчиков. А через 5 лет количество подписчиков достигнет более 2 миллионов человек. Неплохие прогнозы. Пожелаем каналу достичь таких результатов гораздо быстрее.
И в заключение давайте посмотрим, сколько по мнению нейросети в среднем по Ютубу с даты создания канала по сегодняшнему курсу доллара заработал бы канал. Результат канала Александр Пилот. 3 199 000 рублей. Спасибо за просмотр. Если понравилось видео, обязательно подпишитесь и поставьте лайк. Пока.